наверняка вы следили за новостями. Вот, что вы мысленно желали Линдияну и вот как восприняли его серебро? Конечно, победы. Конечно, безусловно, только победы. Но и хочу сказать, что серебро – это, наверное, для нас золото, потому что Линдиян, он человек молодой, целеустремленный, и его спортивная карьера идет по нарастающей. Бронза на Олимпиаде, серебряный пьедестал на чемпионате мира, впереди только золото, и мы уверены, что он его добьется. Но самое главное, Линдиян уже состоялся как мужчина, как спортсмен, волевой, стремительный, дерзкий. Он показывает настоящий характер калмыцких спортсменов. Это меня радует. Ну, а в тот день, конечно, волновался, переживал. Может быть, даже больше, чем за себя. Скажите, пожалуйста, а светит ему Олимпиада? Ведь впереди Бразилия, 16-й год. Давайте вот загадывать не будем. Как я уже сказал, все ведет эволюционно. И вот меня подтверждает то, что вот он развивается именно эволюционно. Будут еще впереди и победы, может быть и неудачи, но это только закаляет характер. Да, не я. Мы тоже хотим поздравить вас с победой на этих выборах. Спасибо. Удачи, успехов. Спасибо. Белой дороги всем. Линдиян, ну, те планы какие сейчас? Закончился чемпионат. Что сейчас? Что впереди? Сперва хочу отдохнуть. Потом снова в зал тренировки. И учебу не забывай. И учебу, да. Это тоже важно. Это да. Спасибо.